Вот что вы увидите в этом видео. Ну и конкурс в конце видео, как всегда. Погнали смотреть! Всем привет, друзья! Что-то я давно не выпускал подборки товаров для наших любимых железных коней. И я подумал, что настало время исправить ситуацию. Итак, встречайте подборочку с классными и нужными товарами из Китая для вашей лошадки, которые можно заказать с сайта AliExpress. Все ссылочки на товары из видео есть в описании под роликом. Если вам понравится видео, то поддержите меня, пожалуйста, лайком. У меня на создание этого ролика ушло немало времени, и мне будет приятно, если вы оцените и поддержите меня лайком. Ну что, поехали? Приятного просмотра! И начинаем мы с пистолета для подкачки шин с электронным индикатором. Он предназначен для накачки колес. Обычно его используют в профессиональных СТО, в автомастерских, на вулканизационных станциях. Если у вас есть компрессор, то пистолет можно использовать и в домашних условиях. Корпус пистолета, курок, игла курка полностью металлические. Это обеспечивает прочность конструкции и ее долговечность. Резиновый шланг высокого давления имеет латунный наконечник, который имеет специальный крепеж для фиксации его в ниппе. Пистолет для частой работы желательно подвешивать. Рядом со скобой для подвешивания расположен клапан обратного действия. Он необходим тогда, когда нужно уменьшить давление в шинах при подсоединенном шланге с ниппелем. Необычный автомобильный компрессор является неотъемлемой вещью в транспортном средстве. Именно он поможет избежать случайных пробитий или спустившего колеса. Компрессор имеет способность нагнетать 35 литров воздуха в минуту, что позволит без проблем поднять давление в шинах до необходимого уровня. Также компрессор с двумя поршнями оснащен аналоговым манометром. Ориентируясь на его показания, вы с легкостью сможете поднять давление до рекомендуемого. При своих достоинствах и по сравнению с другими автокомпрессорами имеет относительно небольшую стоимость. Поэтому покупку может позволить себе почти каждый автолюбитель. Система контроля давления в шинах. Лучшая ТПМС-система для автомобиля по совокупности технических характеристик и возможностей. Высокая надежность и простейшая установка. Требуется не более 3 минут с момента распаковки до момента отображения значений давления и температуры в шинах. Самая компактная система контроля давления. Одновременный вывод информации о всех 4 датчиках. Нормальное давление и температура в шинах – это исправное торможение, правильный расход топлива и целостность покрышек. Для работы системы не нужна зарядка или батарейки. Питание система получает непосредственно от прикуривателя автомобиля. Удобное размещение. Не требуется монтаж и демонтаж. В стандартной комплектации автомобилей высшего класса, вроде Rolls-Royce или Bentley, есть и бары, и телевизоры, и прочие радости жизни. Ну что ж, вот вам мультифункциональный авторганайзер в стиле люкс. Превратите свою ласточку в Rolls-Royce. Накладки-органайзеры, устанавливаемые на чехлы передних сидений. Накладка позволяет не просто аккуратно разместить перед пассажиром заднего ряда множество предметов, от бутылки и скотча до планшета телеэкрана. Также органайзер имеет слот для телефона и множество емкостей и карманов под различную мелочь. Практическая и элегантная автомобильная вешалка для пиджака, жакета, куртки и пальто. Вешалки в машину с креплением на подголовник – не новый продукт на рынке автомобильных принадлежностей. Для чего она и как ее использовать? Наверняка глупый вопрос. Так как уже зима, думаю, стоит задуматься о покупке вешалки. Также данную принадлежность можно использовать и в другие сезоны года. Легкий монтаж на кнопку, без необходимости вытягивать подголовник. Вешалка подходит ко всем стандартным моделям подголовников, да и даже к таким, которые не вытягиваются. Повесьте брюки и пиджак, не мешая никому и не скрывая угол обзора. Алюминиевая вешалка сжимается и устанавливается за несколько секунд за подголовник. Универсальные бескаркасные дворники. Это наиболее современные и эффективные решения задачи очистки лобового стекла в любое время года. Благодаря отсутствию массивных металлических частей в дворниках, они одинаково хорошо работают как в теплую погоду, так и в суровых зимних условиях. Снегу и льду практически не на что налипать. Дворники изготовлены в форме спойлера, что позволяет надежно прижимать щетку к стеклу, практически исключая вибрацию и некорректную работу стеклоочистителей на любой скорости. Большой чехол на автомобиль был создан для предоставления длительной защиты и сохранения автомобиля как можно больше времени в хорошем состоянии. Надежно защищает лакокрасочное покрытие автомобиля от пагубных воздействий прямых солнечных лучей и атмосферных осадков, дождя, снега и пыли. Защищает салон автомобиля от перегрева, предупреждая деформацию пластиковых элементов торпеда. За счет светоотражающей ткани противостоит нагреву воздуха в салоне при длительном нахождении автомобиля на солнце.
8-дюймовый активный корпус, сабвуфер для установки под сиденье. Такой сабвуфер позволит легко добавить бас к штатной аудиосистеме. Здесь имеются входы высокого уровня, благодаря чему вы сможете без дополнительных проблем подключиться к заводской автомагнитоле. Даже если у штатной магнитолы нет выхода на включение усилителя, сабвуфер будет включаться автоматически при подаче сигнала на высокоуровневый вход. Номинальная мощность 150 Вт, максимальная мощность 1000 Вт, сопротивление 2 Ома. Частотный диапазон 20-150 Гц. Фильтр высоких частот 50-150 Гц. Магнитный уровень развала колес. Этот профессиональный уровень позволяет сделать быструю грубую регулировку развал схождения после проведения ремонта подвески, замена шруса, шаровых шарниров, рулевых тяг. Прибор выполнен в прочном корпусе. Имеет магнитные основания. Устанавливается для проведения измерений на ступице или тормозном диске. Быстрые измерения углов камбер и кастер. Двухдиновая автомагнитола отличается от стандартного устройства типа размером. Данный девайс может быть установлен далеко не в каждый автомобиль. В подавляющем большинстве современных моделей в них предусмотрено специальное место. Многие предпочитают к покупке двухдиновые магнитолы, поскольку они обладают большим набором функций, чем их аналоги с габаритами 1 дин. Поддержка 6 аудиоформатов и около 20 форматов видео. Форматы я перечислять не стал, так как у меня взорвалась бы голова от их названий. Есть, само собой, Bluetooth. Размер магнитолы 178 на 103 на 105 мм. Также в автомагнитоле есть 7-дюймовый дисплей. Встраиваемый обогрев сидений с регулятором температуры. Для каждого водителя комфорт при работе с автомобилем играет важную роль. Быть на автомобильном сиденье в течение длительного времени, особенно на холоде, не является приятным занятием. Обычно в автомобиле есть система отопления, но этого не всегда достаточно. Вот почему обогрев встроенных сидений станет отличным вариантом. Встроенные подогревы не сдвигаются, как это иногда бывает с накидками обогрева. Встроенный нагрев подходит для всех автомобилей, имеет несколько степеней защиты и два режима обогрева. Так что если вам нужна высококачественная система подогрева автомобильных кресел, то это отличный вариант для вас. Тестер топливных форсунок оснащен 4 импульсными режимами тестирования топливного инжектора. Это эффективный инструмент для тестирования инжектора, позволяющий проверять каждую форсунку отдельно, выявляя залипание, течь или прогорание. Режим непрерывной работы позволяет определить работоспособность инжектора, не запуская двигатель. Мощный инструмент сканирования топливной системы. Режим блокировки позволяет обеспечить идентичные условия тестирования. Может работать совместно с любым тестером давления топлива. Питание. Автомобильный аккумулятор 12 Вольт. Напряжение внешнего источника питания 12-24 Вт. ДХО с функцией бегущих поворотников представляет собой динамические указатели поворотов, совмещенные с дневными ходовыми огнями. Элементы выполнены в виде трапециевидной призмы с поворотником «Бегущий огонь» и соединены между собой шаровыми шарнирами, которые позволяют принимать любую форму. При необходимости шарнирные соединения без труда можно отсоединить. Если требуется меньшая длина, то лишние элементы можно отрезать без потери функциональности DRL. ДХО с поворотниками имеет 16 элементов в одной полосе, а каждый элемент содержит 9 светодиодов. Конструкторы предусмотрели крепление элементов бегущих поворотников двумя вариантами. На двухсторонний скотч или металлические проволоки, в зависимости от конструкции. Автомобильный пылесос – специальное устройство, которое поможет вычистить салон от пыли и грязи даже в самых труднодоступных местах. Конструкция автопылесоса относится к типу старых проверенных бытовых пылесосов, которые позволяли подключать шланг не только для всасывания, но и для выдувания воздуха. Для всасывания воздуха шланг подключается в нижние отверстия, расположенные на крышке. Чтобы использовать пылесос для накачивания чего-либо, шланг необходимо подключать к выпускному отверстию, расположенному сверху. В комплекте три насадки и щетки. Гибкий шланг имеет длину 100 см. Пылесос можно использовать для всасывания пыли и грязи и накачивания чего-либо. Видеорегистратор зеркала оснащен 7-дюймовым сенсорным дисплеем с разрешением 800 на 480 пикселей, мощным 4-ядерным процессором Cortex-A7 с тактовой частотой 1500 Гц, оперативная память на 1 ГБ и встроенная память на 16 ГБ с возможностью расширения до 32. Передняя камера имеет 6 стеклянных линз и широкоугольный объектив 160 градусов, камера заднего вида с LED-подсветкой, оснащен Wi-Fi и Bluetooth модулем, GPS-приемником и FM-трансмиттером. Видеорегистратор
регистратор также оснащен функцией hands-free, при помощи которой вы сможете принимать звонки, не отвлекаясь. Особенностью данного видеорегистратора является и то, что это полноценное качественное зеркало с автозатемнением. А вот и долгожданный конкурс. Приз конкурса 200 рублей на счет мобильного телефона. Для того, чтобы принять участие в конкурсе, нужно подписаться на канал, поставить лайк этому видео и написать, какой у вас объем двигателя. А если у вас нет машины, то какую вы себе хотите? Подписывайтесь на канал Аль Пачино Лайв, там выходят итоги конкурсов. Участвуйте в конкурсе, и вам обязательно повезет. Спасибо, что смотрите мои ролики. Всем пока!